Опережающее время, бифокальное видение, инновационный прорыв в производстве оптических прицелов. Перед вами прицел серии Eagle Eye 3514U. Прицел позволяет стрелку видеть цель сразу в двух увеличениях. Таким образом, прицел имеет две четко выраженные оптические зоны. Эта особенность позволяет сэкономить время, необходимое для корректировки точки прицеливания. В отличие от классических панкратических прицелов, нет необходимости производить действия по изменению кратности, которые могут привести к потере цели. Прицел Eagle Eye позволяет осуществлять полный контроль в любой ситуации, как при выполнении определенных тактических задач, так и на охоте. Использовать можно как оба канала одновременно, так и каждый из каналов самостоятельно. Еще одна важная особенность бифокального прицела – возможность быстро и качественно реагировать при перемещении с дальних дистанций стрельбы на короткие. Легкость и комфорт таких действий обеспечивают два канала и большое поле зрения. В прицеле имеется подсвеченная сетка с 11 ступенями яркости, которая проецируется на основную. С ее помощью прицелом можно пользоваться как коллиматорным закрытого типа, то есть с удобством работать одновременно двумя глазами благодаря наличию полноценного увеличения в один крат. Прицел устанавливается на планку пикатинни на оружие любого калибра. Также он сам оснащен планками для установки дополнительного оборудования. Окуляр имеет возможность подстройки плюс-минус 3 диоптрии с фиксацией настроек. Прицел Eagle Eye имеет тщательно продуманную эргономику. Таким образом, помимо преимуществ малого веса и компактности, решается проблема удара гильзы о прицел на некоторых видах оружия. Прицел является основой для комплекса день-ночь, что расширяет его возможности и области применения во временном диапазоне. Eagle Eye 3514U. Инновации будущего в ваших руках.